Что это за квадратик? Давай покажу. Это код маркировки «Честный знак». Ваш помощник для безопасных покупок. Касса его проверяет и не пропускает подозрительные товары. Это «Честный знак». Или это... Ты же видишь, у меня истерика. Я то плачу, то смеюсь. Это все из-за тебя. Это все из-за биполярки твоей. Это не из-за биполярки, а из-за твоей доярки. Вот этой вот молокозавод ходит. Ты давай не начинай. Я еще вчера вечером сказал, что нам надо расстаться. Диего. Нам не надо расстаться. Мне надо от тебя уйти. Я собираю вещи и уезжаю к матери, к твоей. Помоги мне. Я надеюсь, что я помолюсь, и оно само. Возьми чемодан! Не ори, вот поэтому я и ухожу от тебя, потому что ты орешь. Сейчас возьму. Все скрипучее у тебя. Забирай. Прости, вазу, вазу. Решил начать с вазы. Зачем ты с чемодана достаешь вещи? Добавляю драматизма этой сцене. Чтобы ты потом еще ползала, все это собирала. Диего, перестань! Выключи музыку. Выключи музыку, я тебе сказал. Ты, зараза, знаешь, конечно, как растопить мое сердце. Диего. Прекрати играть. Прекрати, я не хочу, я не хочу. Не играй, пожалуйста, не играй. Ты понимаешь, что мы расстаемся? Зачем ты играешь на гитаре вообще? Потому что я не хочу расставаться. А я хочу расставаться. Я не хочу расставаться. Я хочу уйти. Я хочу уйти, чтобы ты страдал. Я хочу видеть страдания на твоем лице. Ты страдаешь? Бесшумная дверь устраивает? Это ветер? По-моему, сквозняк. Ты дверь открыл, у нас форточка открыта. Я думал, в Испании тепло. Ладно, я не хотел тебе этого говорить. Ну и не говори. Ну, я скажу. Да брось ты свою гитару! Ну, правда, ну невыносимо с тобой ругаться, когда ты играешь на гитаре. Не играй, не играй, не играй. Зараза ты такая. Ладно, я достаю кастаньет. Так мы и познакомились. Ну куда ты вот от меня уйдешь? Ну куда? Согласен, кастаньеты без гитары туповато. Будет оно своими. Ладно, давай, правда, давай попробуем все начать сначала. Может, поедем на пляж? Да поехали. Он же у нас рядышком. Да, на твоем мотоцикле. Я так люблю кататься на твоем мотоцикле. О, заскрипело. Я с гитарой. На мотоцикле, пожалуйста, держись за меня. Не надо с гитарой ехать. Вот он мой. Как высокая сидушка вторая. Держишься? Так. Шлем, шлем, возьми шлем. Он бесшумно надевается, ну. Ножкой дерни вот так. Зачем второй раз дернул? А? Понтуйся перед тёлками, ну, чё? Понтуйся вот так, газ жми и вот. Ну мы поедем на пляж. А? На пляж поедем. Да поедем, дай попонтуюсь. Я Диего на мотоцикле. Когда еще? Ой. Труна порвалась. Все, едем. Держись, держись. Ты же знаешь, я лихач. Ай.
Олега, ну аккуратнее. Потому что ты со своей гитарой. О, собачка. Она мертвая. Видимо... Конечно, мертвая, я на мотоцикле ее переехал. Я поэтому и упал. Вот зато море рядом. Смотри, какие волны. Да. Маленькие. Почти нет их. Но чайки бесят, конечно. Чайки бесючие. Какие-то маленькие такие, да? Какие-то мерзкие. Как комары. Кстати, комары. А, или это чайки? Чайку? Ты чайку убила? Маленькие. Я убила чайку. Гитара и плач похожи. Совсем иссох ручей. Стираю в каплях. И у меня беда. Что, Игнат? Твоя беда, моя беда. Был на охоте. И? Да и подстрелил только вот. Гусь с Кэтмена Джона? Я его подстрелил, а потом взял, а он такой талантливый. Я думаю, может... Может, отпустим, Марфа? Лети, пташка. Игнат, вопрос стоит остро. Можешь отвернуться. Я не люблю показывать свои асимметричные соски. Не смотри. Марфа. Ты слышишь? Убила все-таки какую-то животинку. Жестокая ты, Марфа. Ухожу я от тебя. Из-за того, что я овода прихлопнула? Вот ты сердобольный приблюдок! Спасу я его, спасу! Сейчас лапки ему только раздвину. Вот надуло! Отпускай! Овод меня хоть бы не обосрал. Ладно, уходишь? Марфа. Тогда и я больше не жилец на этом свете. Но не жилица. Антонио Фагунда. Герман Исай. Да, сэкономлю электроэнергию, выключу телевизор, сбегаю в избу. А что я? Ох! Сосешься с кем-то? Да это в фильме, он ей в любви признался и лобызает. А это кто? Это Федор. Он тоже меня вот так вот... А я его... И... Федор, как... Да как же ты мог, Федор? А Федор умеет за себя постоять. Хоть и кот. Что ж за день-то такой, а? Ты уходишь, уходи! Я останусь с гусем, оводом и котом! А я уйду, только заберу часы с кукушкой. Нет, Игнат! Время уходить. Да подожди. Марфа. Ладно. Доминик Джокер! Где? Кто тут? Кто тут еще, кроме Федора? Игнат, это я купила мобильник.
на сэкономленные деньги. Нам жрать нечего, а ты мобильник купила и мелодию скачала. И кто тебе звонит? Никто, это просто будильник, чтобы заглушить урчание живота. Беда, беда. Ты уходишь или нет? Давай. Любил я тебя, Марфа. Да ёк, Макарёк! Ну что? Ну все поняла. Я сейчас прямо... Ты останавливай меня как-то. Да с чего бы? Ты пипец какой необходимый в семье человек. Ах ты неблагодарная. Я в селе единственный мужик. А ты говоришь, уходи. Я уйду. Если сможешь. Выключи. Уходи! Не сразу понял. Ладно, все. Люблю я тебя, Марфа. Остаюсь. Ведь это не мы! Мяу! Кот и гусь! Что ты стоишь? Делай что-нибудь! Мы же несемся прямо в эту планету! Это же наш друг! Ну он тормоз! Ну понежней с ним! Все, 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 сейчас разобьемся! Мы разобьемся! Мы разбились? Не разбились, но мы приземлились на незнакомой планете. Но здесь радио Орфей ловит. И как это поможет? Я не знаю, может, мы близко к нашей планете? Нужно найти какие-то, я не знаю, припасы, инструменты, починить корабль. Надо выйти из корабля. Надевай скафандр, надень, открывай. А. Могу открыть, иди. Нет, нет, я надену скафандр. Поможет. По размеру надо шлем выбирать, баклан. У меня молния не застегивается. Ну помоги, ладно, так. Помоги, ну помоги. Да так, ну так вот, давай. Ну вдохни! Да ты за волосы тянешь! Спасибо. Нормас? Да. Открывай. Ты капитан, у тебя только пароль. Запомни. Нет, не запомни. Хватит. Первая страница «Войны и мир», пароль. Слышь, это похоже, как будто это какая-то упаковка от холодильника огромная. Обожаю лопать эти штучки. Это если ты полопнутым я пошел, то я уже сейчас потихонечку пойду, смотри. Ты, конечно, кучу говна даже на чужой планете найдешь. Смотри. Какой-то водоем. Давай найдем, может, это питьевая вода. Я скафандр снимать не буду. Пойдем. Такое ощущение, как будто она меня пьет. А твой эксперимент в чем? Просто руки мою. А они меня едят. Еще?
Давай искупнемся. Давай. Что-то мне ножки щекочет. Мне что-то щекочет ножки. Через ботинки? Ну вот прикинь. Тебя водоем пьет. Нам его в любом случае преодолевать, чтобы пройти дальше. А, точно, мы хотим пройти дальше. Это я газированный просто. Разбежимся и быстро перебежим, чтобы он отличная не успел идея. Нас выпить. Давай, ты первый. Ты что убегаешь, урод? Что ты убегаешь? Что делать? Меня жрут! Что делать? Что? Кто? Пираньи космические! Космические пираньи? Ну, рано или поздно мы должны были их встретить! Да я только целюсь! Меня-то жрут! Сейчас буду стрелять! Они жрут пули! Да стреляй, дебил! Ну все, у меня уже полног нет! Блин, это водяной! Ты урод, ты водяным в пирани стрелял! Я не знаю, как тебе помочь! Я не хочу, чтобы меня тоже жрали пирани! Да понятное дело! Жрут! Спешу тебя огорчить. Эта нога не вся. У тебя больше нет пальцев. Брось меня. Ладно. Бросил меня! Бросил меня! Ну ты же попросил, я твой друг. Андрей, иди сюда к нам. Да, Андрей. Возвращайся, поаплодируем Андрею. Так, это аккуратно. Надо обсудить, пацаны. По краю. Мы с Арсом поняли, что самое интересное, пацаны без обид, было смотреть просто на Андрея отдельно вот так. Он просто стоял. Так вы бы объяснили, что надо делать-то. То есть все это время ты еще и не понимал, что делать? То есть ты просто для себя делал вот это все? Нет, он просто жил. Он так, ну... Он просто стоял и перманентно существовал, и так получилось, что все попало. Просто, и все. Я очень громко хожу. А мне кажется, это огромные капли дождя по подоконнику. Ну пойди, проверь, ты же мужчина. Я пойду. Пойди. Джек. Он... Ну это максимально тихо, как я могу. Джек, иди на цыпочках. Пиу, 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 пиу. Джек. Ну что? Ну он услышит, что ты приближаешься, причинит нам боль. Ну что мне сделать? Подстричь ногти на ногах. Я кое-что приду. Давай. Джек, я пойду с тобой. Что-то я подсдуваю. Ладно, все. Попробую взобраться по лестнице. Я все равно тебя люблю, милый. Джек! Ну что? Ну ты как... Ну механически... Как сундучок с сюрпризами. Почему ты все время звучишь? Если ты такая тихая, что ты не идешь? Я иду. Смотри, абсолютно бесшумно. Зацепилась чулками. Я тебе говорил, отшлифуй пол. Подожди меня здесь. Возьми ружье, на стене будешь прикрывать меня. Ага, я туда одна не пойду. Куда туда? За ружьем. Оно вот, оно на стене, говорю. Ружье у меня. Заряди. Заряди. Чик-чик.
один патрон меньше. Ты все это время говорила потише и стрельнула в стену? Я-то, по-твоему, умею стрелять из ружья, теперь умею. Все, стой здесь. Джек, мы нездоровая семья. Мы должны это признать. Мы должны признать, что это все из-за тебя, потому что, когда мы делали ремонт, ты везде сделала разные полы. Да, так. Теперь что ни шаг, то прикол. Пум, пум, пум. Не комментируй. Пум, 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 пум. Я тоже ела это. Он что, на полу? Да, я вижу его ноги. Я залезаю под кровать, хватаю его за ноги, а ты шмаляй. Джек, прости, я промазала последним патроном. Джек, возьми у меня в кармане еще патроны, я его держу. Я иду. Да. Сорян? Давай, давай. Кетчуп? Да, это острый кетчуп, прыскай ему в глаза. Подожди, Джек. Это не кетчуп, дорогой. Тебя ранили. Прямо туда, Джек. Это, наверное, когда я заползал под кровать. Зря я не отшлифовал пол. Я тебя убью. Ты решил моего Джека... Фиськи! Чё? 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 Чу! Чу! Ба! Ба! Да! Ба! 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 Ба!